По информации энергетиков, в течение ближайших часов электроснабжение будет восстановлено. Сегодня в нашей студии глава города в прямом эфире Денис Олегович. Здравствуйте. Добрый вечер. Ждем ваших звонков по телефону прямого эфира, по телефону 3-24-43. Мы также ведем прямую трансляцию ВКонтакте. Оставляйте свои вопросы и там. Ну а пока ждем ваших звонков, позвольте начать диалог. В нашем городе до недавнего времени существовала проблема с наружным освещением. Согласитесь, много плохо освещенных улиц, темных мест. Поступало большое количество жалоб от жителей, чтобы эту проблему как-то решить. И это все произошло в положительную сторону изменений благодаря программе «Светлый город». Это достаточно амбициозный проект, представленный губернатором Московской области. И предлагаю посмотреть, как он реализуется в нашем городе. Внимание на экран, пожалуйста. В Московской области в 2017 году дан старт проекту «Светлый город», который реализуется для того, чтобы убрать темные места и максимально обезопасить улицы для горожан и для туристов. План мероприятий по его реализации сформирован в каждом муниципальном образовании. Не обошел проект и наш город. Сэкономить расход энергоресурсов и повысить уровень комфортного проживания жителей Электрогорска – эти задачи ставит проект «Светлый город». Подготовка по приоритетному проекту началась задолго до вступления в программу в марте-апреле текущего года. Был объезд с главой города, сотрудниками администрации, с отделом ЖКХ, с управляющей компанией. Был произведен объезд весной этого года по всем темным местам нашего города. В рамках реализации проекта в Электрогорске были проведены работы по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем уличного освещения. При определении адресного перечня объектов были учтены пожелания жителей города Электрогорск. Проект «Светлый город» основан на обращении жителей и выполняется в режиме взаимодействия с ними. Мониторинг мнений проводится на сайте «Добродел», где аккумулируются жалобы и замечания по данному проекту. Работы по первому контракту выполнены, и жители уже успели оценить результаты. Темных мест в городе стало меньше. Денис Олегович, расскажите, пожалуйста, все ли просьбы и пожелания жителей учтены? Закончилась реализация программы или все-таки она будет продолжена? Да, Анна, это действительно региональная программа. Она впервые начала работать, да, в этом году. Не все просьбы и пожелания жителей были учтены, потому что мы в этом году обозначили наиболее, так скажем, острые и важные вопросы, но у нас сегодня формируется большой адресный перечень дворов, дорог, городских территорий, которые необходимо также выполнить освещение. И на следующий год мы запланировали очень большую работу именно по частному сектору. Вот такие улицы, как Юго-Западная, Кудряшова, Полетаева, Макарова, Невского, там, конечно, предстоит еще много работы, да, выполнить. И в этом году мы сформировали 20 таких мест, которые вот сейчас ведется работа, и она уже находится на стадии окончания. То есть в ближайшие дни мы закончим реализацию этого проекта в Электрогорске. У нас самые первые адреса, это было сделано Крыжиновского, дом 1, от дома до городского бульвара, Крыжиновского, улица 7, 10, 6, 4, Крыжиновского 11, 11А, 8, Ленина 11, Безымянная, улица Ленина 24А, 24Б, 16, переулок Комсомольский 1, 2, 3, Советская 3, 5, 7, Советская 45, 35А, 43, Советская 36А, 36, 41А, Советская 46, Горького дом 1А, Горького 16, 18, 26, 27, 31, 28,
Горького 33, 34, 35, Ухтомска 456, улица, на улице Калинина. Также идет установка декоративного освещения. Это небольшие такие, так скажем, паркового типа опоры. Это участок, городок сказок, улица Крыжиновского, где озеро Стахановское. Горького 4, от дома до храма. И также участок 16-й школы и Горького 1, 2, 3. То есть у нас там еще вот как раз мы заканчиваем эту работу, и там будет установлено декоративное освещение, которое поможет ликвидировать все темные участки. Но тот план, который мы составляем на 2018 год, мы тоже уже проехали, для себя определили. Но работа будет продолжена как и во дворах, но большая часть будет направлена, конечно, на жилой массив, который находится в индивидуальном, так скажем, в индивидуальной собственности. Дома ИЖС и дом владения. Большое спасибо. А к нам поступил вопрос от жителей. Пожалуйста, слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте, Денис Олегович. Добрый вечер. Я многодетная мама. У меня семеро деток. Я из города Петрогорск. Камолова Виолетта Сергеевна. Мне бы хотелось, вот, например, задать такой вопрос. Я обращалась как бы вот к вам, ну не именно к вам, а вот вашу, ну как бы в администрацию. Мне отказывали в жилье. То, что как бы у меня муж не русский, что у него нету прописки 5 лет как бы в Московской области. Сейчас он как бы у меня гражданин, гражданство мы получили. Ну 5 лет как бы нет, конечно. Ну я не знаю, вот, ну что мне делать? Причем если вообще вот как бы муж, вот даже вот, ну, я не знаю, что мне вообще вот делать. А как вас зовут, еще раз повторите, пожалуйста, по имени отчеству? Виолетта Сергеевна. Виолетта Сергеевна. Виолетта Сергеевна, давайте договоримся следующим образом. Вы сейчас трубочку не вешайте, оставьте свои контакты, номер телефона. Мои специалисты завтра с вами свяжутся, пригласят вас на встречу, и тогда более детально, вот конкретно ваш случай, тогда уже разберем, ну, в вашем присутствии и определимся, что нам делать дальше для того, чтобы вам помочь. Большое вам спасибо. Хорошо. Оставайтесь на линии. Денис Олегович, хочу продолжить наш разговор актуальной темой. Чуть больше недели осталось до главного праздника, которого мы все так ждем, Новый год. И с первым днем зимы у нас в городе началась большая подготовка. Зажглись елки, город начали украшать, все учреждения, детские сады и школы. Предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет о том, как город готовится к Новому году. Внимание на экран, пожалуйста. Городские предприятия, учреждения образования и культуры, коммунальные службы начали подготовку к празднику еще в конце ноября. К началу зимы все фасады зданий, окна и кабинеты были украшены новогодней символикой. Череда праздничных мероприятий началась в городе с 1 декабря зажжением городских елок. В этот день глава совершил объезд по городу с целью проверки готовности к празднику. Елки установили в местах массовых гуляний, на городском бульваре, у Дома культуры и в парке. Помимо традиционных мест, зеленые красавицы появились во дворах домов, чьи жители обратились в управляющую компанию с просьбой установить их на улице Советской, Крыжановского, Некрасова. В домах культуры, детских садах, школах пройдут новогодние утренники, состоятся спортивные эстафеты и зимние игры, развлекательные программы для детей. А главное зимнее торжество развернется в новогоднюю ночь на городском бульваре. Ну вот, посмотрев этот сюжет, к сожалению, придется внести небольшую ложку дегтя. В этом году на городском бульваре закуплены новые игрушки на елку. Родители и детки сами своими руками готовили игрушки на новогодние елки в детские сады. И понятно, вот это наша актуальная тема вандализма, потому что не успели у нас нарядить елки, уже гирлянды разобрали, игрушки побили. И много-много также у нас в городе периодически возникает вот таких ситуаций неприятных. И вот особенно вот в преддверии новогодних праздников хочется у вас спросить, будет ли как-то усилена охрана объектов со стороны полиции, потому что все-таки праздники, понятно, что это употребление напитков и так далее. То есть как у нас будут работать администрация и полиция в новогодние праздники? Ну, конечно, мы будем работать вместе с полицией в усиленном режиме.
Как только начали устанавливать новогодние ели, как только начали украшать город, сразу в первую очередь единую диспетчерскую службу, которая находится на первом этаже администрации, куда выведены в том числе еще городские камеры, мы перевели весь режим работы вот именно за наблюдением таких мест массового пребывания граждан и жителей, чтобы пресечь акты вандализма. У нас в этом году приобретена новая елка, которая стоит у Дома культуры. Та елка, которая стояла у Дома культуры в прошлом году, мы ее поставили в городской парк. У нас еще предстоит установка на сквере Святого Константина перед рядом с храмом. Еще там некоторые декоративные элементы, но это пока сюрприз. На следующей неделе мы будем тоже, так скажем, некоторые новинки, да, уже применять. Но действительно, да, к сожалению, есть вандализм и с игрушками, и с гирляндами, обрывают, снимают, но оперативно все устраняем. У нас в Электрогорске 360 камер, и все они находятся под регулярным осмотром и находятся в режиме видеозаписи. Поэтому вот как мы с вами как-то присутствовали на очередном обходе, да, на утреннем, помните, когда пришли на бульвар? Да, и вот как раз сейчас кадры у нас были. На бульваре, да, когда в центре бульвара, в центре города разломанные лавочки, там перевернутые урны, да, то есть сразу благодаря системе «Безопасный город» удалось найти человека, да, установить лицо. Сейчас в отношении него полиции проводится действия оперативного там характера, да, то есть в любом случае, ну, то, что мы делаем, это делаем для всех жителей города Электрогорска, для гостей, не без исключения, но вот хотелось бы, чтобы все это сохранили, чтобы все это сберегли, потому что, ну, такое украшение, оно всех радует, да, и глаз, и новогоднее настроение, и позволяет нам. Просто у нас каждый год, да, новые есть идеи. Вот сейчас мы с Александром Анатольевичем Матюшиным реализуем одну, так скажем, идею, чтобы, как я говорил, на сквере Святого Константина добавить новые элементы, того, чего раньше не было. И акты вандализма, они нам мешают. То есть нам приходится возвращаться там, донаряжать елку, там, докупать игрушки, там, где-то какие-то порванные или обрезанные гирлянды восстанавливать, там, склеивать, спаивать, то есть все это. И это отнимает времени. Мы не можем дальше продвигаться и не можем дальше украшать. У нас еще осталось сейчас три места. Это площадь Советская, это украшение световые консоли по улице Горького и как раз сквер Святого Константина. Вот. Мы планируем все на следующей неделе завершить, да, чтобы успеть к Новому году. И если, ну, акты вандализма они будут, но нам тяжело как бы все это будет успевать, потому что очень много приходится тратить сил на восстановление. Да, спасибо. Будем надеяться, что жители, конечно, будут благоразумны. Ну что же, а нам поступил очередной звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите. Добрый вечер. У меня вопрос по парковке Крыжановского, 5. Говорите, пожалуйста. Да-да-да, задавайте вопрос. Убавьте немножко у телевизора звук, пожалуйста, и задайте вопрос. Да-да-да, задавайте вопрос. У меня вопрос по парковке Крыжановского, 5. Убавьте немножко у телевизора звук, пожалуйста, и задавайте вопрос. Говорите, пожалуйста. Да, ну, я понял вопрос. Вопрос парковки Крыжановского, 5. Прекрасно знаком с этой проблемой. Буквально недавно выходили на очередной обход, проходили как раз по этому участку, там Крыжановского 9, Крыжановского 5. Для нас это очень проблемный участок. И вот эта огромная лужа, которая перед домом, да, там еще летом люди как-то паркуются, а вот осенью, там, ранней весной, зимой, когда вода стоит перед домом, практически машину негде припарковать, и вот эта вся огромная, так скажем, содержание воды, да, там тает чуть ли не до мая месяца, и все это сохнет. То есть там действительно нужно строить парковку. У нас сделана некая, так скажем, дефектная ведомость, да, со сметой. Мы понимаем, сколько это будет стоить. В планах у нас
Скажу точно, что выполнение этой работы и в срочном порядке это есть. Вот будем смотреть по экономии бюджета. То есть как только у нас в следующем году появится часть выспоженных денег, которые там в результате там, либо 44-го федерального закона, да, там, за счет экономии на конкурсах и аукционах, либо в реализации других мероприятий будут оставаться, мы, конечно же, этот участок будем асфальтировать, будем поднимать и будем проводить его в надлежащий вид. У нас в следующем году в комплексном благоустройстве будет два дома, которые находятся рядом, это Крыжновского 3-4. Мы как раз будем заниматься наведением порядка в этом районе Крыжновского 3-4. Я надеюсь, что, ну, по крайней мере, очень сильно надеюсь, что у нас получится как раз и пятый дом тоже захватить и навести порядок перед домом. Большое спасибо за ваш вопрос, а мы продолжаем. Денис Олегович, 28 ноября губернатор Московской области в Вегас-Сити-Холл наградил победителей премии «Наше Подмосковье». Всего из Электрогорска было подано 54 заявки, и победителями стали 18 человек. И делегация приняла участие в награждении, и в составе делегации были вы. Вот очень интересно узнать, расскажите о ваших впечатлениях, и как считаете, нужны ли или важны для нашего города такие проекты и для области в целом? Ну, они, безусловно, важны, безусловно, нужны, потому что люди, которые настроены помогать на безвозмездной основе ради своей доброты душевной, из личных своих побуждений, качеств. Когда таких людей за их добрые дела отмечают, награждают, и когда поддержка идет и на местном уровне, и на региональном уровне, то, безусловно, это нужно в первую очередь и для того, чтобы люди сами, которые делают добрые дела, видели, что их деятельность, она очень важна и бесценна. Но вот на самом деле те проекты, которые заняли первые, вторые и третьи места по номинациям, да, от некоторых даже, так скажем, не только мурашки, да, но и вызывали такие глубокие, да, там, чувства и эмоциональные. Мне кажется, не люди, которые находились в зале, вот, ну, лично у меня такие были, да, вот ощущения, что практически все без исключения были неравнодушны к тому, что насколько люди справляются либо со своими, да, проблемами и в каком находятся в трудной жизненной ситуации, и еще и помогая другим людям, то есть делают добрые дела там, и для животных, и для экологии, и помощи ветеранам, и пенсионерам. То есть это, ну, на самом деле так. Когда окажешься на этом мероприятии, посмотришь вот эти фильмы, да, ну, для меня это дорого стоит, и те лица, которые у нас, группы неравнодушных людей, с нами приезжают и представляют свои проекты от Электрогорска, это, ну, действительно достойное уважение, как минимум, и признание своей деятельности в городе. То есть мы их вот как раз завтра в 17 часов будем в Доме культуры отмечать за их успехи, достижения и за их неравнодушную, так скажем, и активную жизненную позицию. Да, большое спасибо. А сейчас вот вы буквально, вот отвечая на прошлый вопрос, затронули тему комплексного благоустройства. Хотелось бы ее немного продолжить. Эта программа реализуется в городе уже на протяжении 3 лет. И пользователи, вот в этот раз зарегистрированы на портале Добродел, могли оставить свои пожелания и проголосовать за дворы, которые нуждаются, по их мнению, в благоустройстве. Голосование не так давно закончилось. Дворы были включены в программу благоустройства на следующий год. И за 10 дней голосования мнение высказали 24 092 жителя. Вопрос такой: каков адресный перечень территории Электрогорска, которые будут включены в программу комплексного благоустройства на следующий год? Ну, Анна, я знаю, да, что это вопрос такой животрепещущий для наших жителей, особенно там, где не сделано комплексное благоустройство. Вот мы закончили программу в размере 7 дворовых территорий комплексного благоустройства, навели порядок в этом году. На следующий год мы, учитывая мнение жителей и учитывая голосование на портале Добродел,
подготовили уже адресный перечень и схемы, что и чем мы будем заниматься вот сразу при проведении конкурсных процедур. Вот, я даже с собой взял схемы. Вот у нас так вот на схемах, да, вот если будет видно, да, это у нас первый двор безымянный 10, корпус 1, корпус 2. Вот мы будем как раз создавать новые парковки, ремонтировать существующие проезды, входы в подъезды и также тропиночную сеть будем ремонтировать. Потом у нас идет адрес переулок Комсомольский 3, Комсомольская, дом 7, 6, 5. Вот здесь тоже будут проезды. Новые ремонтируем проезд вдоль дома 3, новые дорожки, входы в подъезды, парковка, также тропиночная сеть. Вот по этому двору у нас большая работа будет проводиться на улице Крыжиновского, дом 29, 31, 32 и дом 30. Вот такая сложная схема, нам очень тяжело пришлось нашему дорожному отделу и начальнику Нине Владимировне Пастушенко все это посчитать, да, и перевести все это вот в такой формат, чтобы было понятие, как правильно отремонтировать проезды, как правильно сделать тропиночную сеть, потому что мы знаем, да, что здесь асфальта нет, здесь все в плитах и в бетоне. Поэтому вот это для нас такой сложный двор будет в следующем году, наверное, один из самых сложных. Ленина 23А, 36, тоже ремонт проездов, новые входы в подъезды, новые тротуары, парковки. Это у нас Советская 19, 21, 23, 24. Вот здесь тоже у нас большая работа, это такие сложные дворы, потому что здесь тоже в некоторых местах даже, в принципе, все грунтовое. То есть мы будем вот эти плиты тут снимать между 21 и 19 домом. Входы в подъезды ремонтировать. Здесь очень часто люди жалуются, особенно в 21 доме, что вот зайти в подъезды очень тяжело. То есть мы это все уже посчитали и перевели вот в такие вот образы. И Крыжиновского 3-4, да, я про него говорил, про этот двор. Вот мы, в принципе, он сейчас тупиковый, да, 3-4. Мы вот хотим сделать проезд, отремонтировать входы в подъезды, новые парковки и новые тротуары. И еще у нас есть одна, так скажем, это уже дополнительный двор, да, но я пока адрес не буду называть, потому что он у нас, по нему тоже есть жалобы и обращения граждан, но он у нас уже выходит, так скажем, вне бюджета, да, то есть финансирование на этот двор пока не предусмотрено. Мы надеемся, что мы еще один дополнительный двор, по крайней мере, постараемся, да, чтобы его включить и также отремонтировать в следующем году. Ну, пока, так скажем, небольшой секрет у нас. Потому что боюсь пока, ну, не хочу обещать людям, сейчас назову адрес, а если не получится, ну, будем стараться, чтобы получилось. Хорошо. Так, ну а сейчас переходим к следующему вопросу. По традиции, по итогам прошлого эфира, мы готовим сюжет до и после, об итогах работы. Я сейчас предлагаю обратить ваше внимание на экран и посмотреть этот сюжет. Двое жителей обратились на прямой эфир с проблемой уличного освещения. Алексей Терехов сообщил, что в темное время суток не хватает опор освещения на улице Ленина, возле дома номер 21. А Татьяна Бобылева пожаловалась, что возле дома номер 3 в переулке Комсомольском вечером пройти невозможно. Оба обращения были переданы в работу в отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации. Переулок Комсомольский, дом 3. На данный момент ведутся работы, установлена опора, протягивается самоизолирующий провод. По улице Ленина, дом 21, запланирован на 2018 год. Эти работы в рамках реализации проекта «Светлый город». Всем заявителям были даны письменные ответы по заданным вопросам. А жители, в свою очередь, оценили пока еще не окончательный, но светлый результат. Я вот обратилась к главе города, то что у нас на переулке Комсомольский не было света. Уже вот я с 82-го года там живу, и темнота такая вообще была. Вот я ему к нему обратилась. А сейчас вот поставили столбы, большое спасибо, там свет будет. Жительница улицы Советской Татьяна Борисова обратилась на прямой эфир с проблемой – протечкой козырька дома, расположенного прямо над ее квартирой.
Одним из вопросов от жителя города Электрогорск был, значит, по поводу ремонта козырька дома по адресу Советская, дом 45, квартира 70. Как пояснила заявительница, что козырек над подъездом дома протекает у нее и затекает в квартиру. Был организован комиссионный выход управляющей компании совместно отделом ЖКХ по этому указанному адресу для выявления и для дальнейшего принятия мер. Был указан определен срок управляющей компании, и в указанный срок управляющая компания все исправила, а также были произведены работы по герметизации швов и примыканию крыши стены дома. Один из самых актуальных вопросов – проблема с бездомными собаками. О судьбе одной из них и о том, как ее помогли спасти, нам рассказала жительница Электрогорска Юлия Николаева. Во дворе моего дома жила собака. Собака абсолютно безобидная. Безобидная, не бросалась, очень была ласковая, шла к детям, дети ее гладили. Но знаете, как у нас есть нелюбители собак, которые пытаются накормить чем-то, отравить, да? Ну и были слухи такие от соседей, что от собаки хотят избавиться. Хотят или кто-то хотел ее вывести, поймать в лес, или застрелить. Были такие слухи. Являясь волонтером и защитницей бездомных животных, Юлия приложила все усилия, чтобы не допустить убийства собаки. Решила я узнать по поводу нашего ногинского приюта. Да, я позвонила в администрацию, меня соединили с Александром Евгеньевичем. Да, рассказали, что именно он может помочь в этом вопросе. У Юлии было мало надежд, что вопрос благополучно решится, но ее убедили в обратном. В город приехали представители ногинского приюта и произвели отлов собаки, при котором волонтер присутствовал лично. Собаку доставили в приют, все хорошо, собака отошла от наркоза. В дальнейшем ее вакцинируют и стерилизуют. Вот. Потом как бы в доказательство я попросила прислать мне фото. Собаку прислали фото, все показали, объяснили, что собака жива-здорова. Хочу выразить большую благодарность Александру Евгеньевичу, также его помощнику Михаилу, что оперативно решили этот вопрос, переубедили меня, что собаки выезжают с отлова, приезжают в приют, с ними ничего там не случается, они живы-здоровы. По поводу безнадзорных животных – это больной вопрос для любого городского округа, особенно в осенне-зимний период, когда безнадзорные животные начинают приходить более в теплые места и искать себе пропитание. Хотелось бы отметить, что вспышек бешенства в городе нет, поэтому все животные привиты. Не нужно бояться стай безнадзорных животных. Они не агрессивны. Если вы не предпринимаете против них никаких действий, не кидаете в них чего-то, да, или не замахиваете палкой. О каждом случае в отдельности нужно обращаться в администрацию, в отдел ЖКХ. Мы сразу будем применять меры. То есть мы будем вызывать из Ногинска службу, которая будет приезжать и, скажем так, отлавливать этих безнадзорных животных. А сейчас давайте послушаем еще один вопрос. Нам дозвонились. Слушаем вас. Здравствуйте. Это Денис Олегович. Хотела бы задать вопрос. Меня зовут Анастасия Александровна. Я многодетная мама. Мы с вами совсем недавно виделись на приеме, на личном. И хотела бы задать такой вопрос. Так как детишки все трое еще несовершеннолетние, хотела бы вот такой вопросик поднять. Новогодняя елка. Будет ли у нас в городе по поводу того, что нас не приглашают уже который год, в принципе, ну, как и многие многодетные семьи, хотели бы поучаствовать на елку детишек сводить. Нам уже почти 6 лет, маленькому ребенку, думаю, было бы интересно. Но, тем не менее, пока социальной защиты никаких звоночков, приглашений, конечно, не было. Вот хотелось бы спросить, будет ли в этом году такое мероприятие или что-то в этом роде. Спасибо. Ну, очень довольна украшением нашего бульвара. Красиво, все хорошо, шарик светится, прям праздничное настроение. Спасибо, спасибо еще раз. Ждем ответ. Да, с удовольствием отвечу. Вот по поводу приглашений мы не разделяем, как бы, да, вот на такие мероприятия, как новогодняя елка, там отдельные семьи, там многодетные семьи. Здесь, мне кажется, вне зависимости от того, какое количество детей в семьях, да, самое главное, чтобы люди могли воспользоваться тем,
для чего мы и этими мероприятиями, которые мы устраиваем. Мы сегодня проводили большой расширенный оргкомитет по городским мероприятиям, которые планируем провести вот на следующей неделе и в новогодние каникулы. Значит, я вас приглашаю, если вас не пригласили, я приглашаю все семьи, и в том числе и многодетные семьи, на городские мероприятия. Вот, в частности, вам расскажу, какие вот мы сегодня, да, уже окончательно, то есть сформировали, и уже часть мероприятий анонсировали. Значит, 23 декабря в 10 утра на городском бульваре будет рождественская ярмарка. 24 декабря в 15:00 также на городском бульваре волонтерским объединением «Капитошка» будет проходить новогодняя игровая программа. Как раз там и будет тоже проходить, в том числе она вокруг центральной ели. 28 декабря в 14:30 развлекательная программа в гостях у «Зеленой елочки». Это в городском парке будет проходить мероприятие организатора «Дом культуры». 1 января в 0:45 у нас поздравление Деда и Мороза Снегурочки. Это традиционно на городском бульваре, после чего в час ночи салют. 3 января в 12 часов у нас площадка перед Домом культуры, будет конкурсная детская программа «Игры на свежем воздухе. Зимние забавы» называется. 5 января в 12 часов дня игровая программа «Меткий стрелок» в городском парке будет проходить. 7 января музыкально-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп. Площадка перед Домом культуры». И 8 января в 12 часов дня это городская рождественская елка главы в Доме культуры внутри. Как раз там будет проходить, так скажем, большое-большое мероприятие именно для детишек. Вот приглашаю вот 8-го, это вот будет прям такое центральное, да, у нас мероприятие для детей. Также мы продумали совместно с директорами всех учреждений, значит, расписали еще городские мероприятия. У нас с 3 числа будет проходить новогодний старт заплыв 50+ в бассейне в 11 часов дня. В спортивном зале «Сокол» турнир по настольному теннису тоже в час дня будет проходить в этот же день. 4-го будет проходить мероприятие у нас в час и в 2 часа дня в Центральной городской библиотеке новогоднее. У нас в Истоках на Крыжиновской 27 4 января в 15 часов дня будет проходить мастер-класс по зимним пейзажам. Открытие экскурсии в музее поискового отряда Дома молодежи 4-8 января будет с часу до 6 вечера проходить. Новогодние сувениры, мастер-классы. Вот мы это все анонсируем. Я просто не хочу вот все прям перечислять. Все 14 мероприятий, это которые на уже больше возрастные категории, да, рассчитаны. Но вот мы сегодня подвели итог, полностью все уже сформировали, продумали. Вот новогодние афиши уже разместили, я вам сейчас про новогодние афиши рассказал, да. Это те мероприятия, которые будут в основном для, так скажем, для детей направлены. А для всех остальных мы, все остальные возрастные категории, там уже которые свыше 18 лет, еще 14 мероприятий, которые мы анонсируем уже вот в ближайшие дни и тоже и на телевидении, и в газете, и в социальных сетях, и в местах массового пребывания жителей тоже все это разместим, чтобы всем было видно, понятно, что, где, в каких учреждениях будут проводиться интересные программы. Вас обязательно приглашаю, приходите с детишками, берите с собой друзей, подруг, коллег, и я думаю, что все вместе замечательно проведем время и сами там и отдохнем тоже. Да, спасибо. Ну а сейчас тоже один из очень важных, актуальных вопросов. Жители с нетерпением ждут открытия жизненно важного объекта для нашего города. Это детская поликлиника. Сейчас хочу обратить внимание на экран, посмотреть сюжет, какие работы там проводятся.
Звуки строительных инструментов не замолкают до самого позднего вечера. Строители спешат. До сдачи объекта осталось совсем немного времени. Все жители с нетерпением ждут открытия жизненно важного объекта нашего города – детской поликлиники. Капитальный ремонт здания, несколько лет стоящего пустым, начался в начале сентября. Все это время глава города держал объект на особом контроле. В первых числах сентября контракт был подписан 28 августа, где-то числа 4-го начали здесь проводить демонтажные работы. Подрядчикам за короткое время пришлось подводить к зданию сеть инженерных коммуникаций, оборудовать современную систему вентиляции, заменить пластиковые окна, установить двери, сделать пандусы и подвесные потолки. Решается вопрос устройства внешней канализации и начинается строительство линии наружного электроснабжения, чтобы перевести здание на постоянную схему электроснабжения. Все ремонтные работы выполнены качественно и в срок. Финансирование ремонта здания помогали большинство предприятий и организаций города. В здании проведено электричество, горячее и холодное водоснабжение, отопление. При работах были учтены все особенности здания поликлиники. Мы не строим с вами, а капитально ремонтируем, да, но, безусловно, технология больниц и поликлиник, она немножко накладывает отпечаток. То бишь, это прежде всего доступная среда, так называемая. То есть в этом здании нам пришлось увеличить 10 проемов дверных в несущих стенах как раз для организации этой доступной среды. И буквально возник вопрос пандуса дополнительного, который будет необходим тоже это для инвалидов. Ну и плюс это отделка, про которую мы говорим, то бишь плиточных, много плитки, которая должна быть моющейся, да, и много потолков неподвесных, то есть те, которые тоже возможны потом обработки, санобработки. То есть это вот такие нюансы, которые... Ну и плюс система вентиляции, которая тоже должна существовать, потому что потом грибок, люди задыхаются, особенно где палаты и так далее. То есть вот особенности таких больниц. Почему здесь приходится создавать такую сложную довольно-таки систему вентиляции, полноценную, которая здесь толком не было. Она здесь такая была полуестественная, с помощью открываний. Ну а сейчас мы воплощаем в жизнь полноценную систему вентиляции, которая обеспечит необходимый условия эксплуатации. Новое здание включит в себя единый комплекс медицинских услуг для маленьких электрогорцев, кабинеты узких специалистов и детских врачей, диагностическое оборудование, амбулаторное отделение. Все будет размещено в новом здании, чтобы и родителям, и детям было удобно и комфортно. Денис Олегович, когда нам ждать открытия детской поликлиники и как обстоят дела с покупкой нового оборудования? Будет вообще ли это производиться? Сейчас сюжет посмотрели. Мы действительно уже на финальном этапе завершения капитального ремонта детской поликлиники. Большая степень готовности. У нас в субботу на этой неделе предстоит очередной утренний выезд на этот объект. Мы уже начинаем задумываться о том, как все это дело отмыть, как все привести в порядок, чистоту навести на объекте. И ждем объявления конкурсных процедур Электрогорской городской больницы на приобретение оборудования и мебели. Вот. Я постоянно, практически ежедневно с Николаем Александровичем, с главным врачом, обсуждаем этот вопрос. Я все спрашиваю, да, конкретно про даты, когда заканчиваться будет последний, так скажем, день поставки оборудования, чтобы для себя и для жителей уже определить дату открытия этого объекта. Ну, понятное дело, что мы сейчас закончим в этом году все ремонтостроительные работы, но открывать его без мебели, без оборудования мы не будем. Вот. Как только он будет оснащен, все кабинеты, навигация, доступная среда, как только все оборудование медицинское придет, мы, конечно же, анонсируем дату, но сегодня нам осталось доделать это, подвести наружные сети электроснабжения, то есть мы планируем на следующей неделе эту работу выполнить и завершить. Вот. И, в принципе, внутри уже наводить порядок и получать оборудование. Вот. И я думаю, что нам будет достаточно. По крайней мере, это уже не от меня зависит, это уже зависит от главного врача, это Электрогорская больница, да, когда будут проведены конкурсные процедуры. Я думаю, что в первом квартале следующего года этот объект будет введен в эксплуатацию и будет уже функционировать в полном
в своем режиме. Спасибо большое. Есть у нас вопрос один ВКонтакте, поступил от Вячеслава. Когда стоит ждать стабильного наличия электроэнергии в городе и, в частности, на улице Ухтомского? Уже с августа по сей день стабильно 2-3 раза в месяц нет электричества, а за последнюю неделю рекорд 3 раза в неделю. Да, это действительно сложный вопрос. Дело в том, что я вот буквально недавно разбирался, когда вот было недавно еще отключение, как раз микрорайон улица Юго-Западная Ухтомского. Ночные отключения. Там в данном случае проблема была в том, что проводили модернизацию и замену оборудования на одной из больших подстанций распределительных в Электрогорске. И, по крайней мере, для меня непонятно, почему новое оборудование вышло из строя, и в связи с этим произошло техническое отключение, технологический сбой. Конкретно в сегодняшнем случае, да, сегодняшнее отключение связано с тем, что сработала защита на станции ГРЭС номер 3, защита от перегрузки напряжения, да, тока. То есть большое потребление было. Вот. Сейчас энергетики в данном случае занимаются для того, чтобы запустить, перезапустить оборудование, да, найти причину, почему так произошло, и уже в постоянную систему ввести. Но для меня это тоже такой же беспокойный вопрос, как и для, я так понимаю, молодой человек, да, задал вопрос. То есть мы в ближайшее время будем проводить с Игорем Геннадьевичем Чекановым, с руководством Электрогорского и Электростальского филиала Мособлэнерго совещание, беседу для того, чтобы выявить вот причину вот таких частых переключений на подстанциях и на источники электрической энергии. Потому что, ну, действительно, я понимаю людей, всех жителей, когда вот эти переключения и в вечернее время, там, когда приезжают с работы, да, и утром, когда собираются дети в школы, в детские садики, родители не могут должным образом собраться на работу. Ну, для меня это также беспокойно, я также переживаю, как и люди, которые проживают в этих домах. И сам вот сегодня тоже дома без света, да, мне жена звонила, спрашивала, там, когда будет освещение, да, то есть я тоже сам заинтересован, чтобы таких отключений было как можно меньше, и мы вышли в стабильный режим работы по энергообеспечению. Спасибо. Так, и вот еще, Денис Олегович, к нам поступил видеовопрос от жителя города Александра Владимировича Церковкина. Давайте, пожалуйста, посмотрим на экран, каков его вопрос. Проблема такая, когда выезжаешь на большую дорогу, вот за этими кустами не видно ничего, ни машин, ничего. И ты полноса машину поставил, они уже несутся. Но кто потихонечку выезжает, вроде бы ничего, успеваешь тормознуть. А если кто летит на третьей скорости, считай, пол машины тебе снес. И каждый раз тут скандалы возникают. Или вот ребенок выскочит за этими кустами, все, считай, это смерть ему настала. Кусты, они зацветают, их только вот прошлый год постригли, один раз за все, сколько помню, лет. Вот. А так они мешают обзору. Или четыре куста этих вот убрать, первый, второй, третий, четвертый, чтобы обзор был с дороги виден. Или же их подровнять по весне. Тоже как прокомментируете вопрос, что можно сделать для решения? Ну, это практически не проблема, это даже, я бы сказал, в течение, наверное, нескольких часов будет решен вопрос. Конечно, дорожным службам будет передано замечание жителя, и в ближайшие дни все это сделают прям моментально. Такие моменты, ну, порой я сам замечаю тоже, я видел действительно, что там не только этот адрес есть, есть еще несколько адресов, когда выезжаешь, так скажем, которые способствуют образованию слепых зон, да, когда не понимаешь, где машина находится, и поэтому наведем порядок, конечно, сделаем. И давайте послушаем еще один вопрос от жителя. Вы в эфире, говорите, пожалуйста, добрый вечер. Здравствуйте, Денис Олегович. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Крыжевник Алексей говорит. Я постоянно прихожу, вот, когда вы общаетесь
жителями города, да, у меня вот такой вопрос снова. Вот я по поводу афиш приходил, задавал, мол, 6 лет уже кинотеатр, ни одной афиши в городе нету. Заместо старых удаленных афиш новые не появились. Когда мы увидим, что в городе появится афиш? Значит, до Нового года появятся две афиши. Одна будет установлена у Дома культуры, а другая будет установлена в городском парке. И на этих афишах в том числе будут размещаться все материалы по всем мероприятиям, которые проходят в городе. Также у нас есть еще афиши по улице Советской. Да, мы обязательно обратим внимание, в каком состоянии находится и какая информация на них располагается. К тому же у нас вот, да, во дворах, где проходит комплексное благоустройство, это обязательное требование комплексного благоустройства, устанавливаются информационные щиты «Наше Подмосковье». И вся необходимая информация, она размещается в том числе и там. Но, конечно, управляющая компания запаздывает, да, размещать информацию о новогодних, вот, в частности, мероприятиях. Мы сегодня на этом большом расширенном совещании по новогодним праздникам и всем мероприятиям дали указание управляющей компании, чтобы они, в том числе на всех информационных стендах, которые располагаются во дворах, разместили всю информацию о проходящих вот мероприятиях. Большое спасибо. У нас есть еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Денис Олегович, да. Это Нина Николаевна из улицы Ленина, дом 36. Нам поставили фонари в подъездах. Ну, отремонтировали хорошо, мы довольны. Но дело в том, что поставили сейчас фонари, мы не знаем, как ими пользоваться. Нужно что-то стучать ногами, нужно хлопать в ладоши. И что за фонари такие? Я пришла из больницы, я не могла найти, в подъезде темно, я не могла ключ воткнуть. Я вся изнервничалась. И второй вопрос еще у меня. Я хожу к дочке на Ленина, 48. У них эти входные двери с Пионерской улицы. И там такая темень, там столб стоит, но освещения нету. Я еще звонила, когда у нас еще Красавин был. Вроде поставят свет, а света до сих пор нету. И я поэтому не хожу. Они меня приглашают, и я не пойду, потому что там я сейчас вся разобьюсь. Вообще темень ужасная. А столб стоит. 48-й дом, улица Ленина. Ну, что касается освещения в подъездах, это... Значит, подъезд был отремонтирован по программе капитального ремонта подъездов. И одно из условий – это вот как раз замена освещения. И вот новые светильники, которые устанавливают, они, так скажем, со светоакустическими датчиками, которые либо на низкую освещенность включаются, либо на, так скажем, на акустику, да, ну вот в данном случае, я думаю, либо оборудование не настроено, либо просто бракованное, да, если человек проходит по подъезду, датчики его не чувствуют и включаются только тогда, когда он уже хлопнул дверь и зашел в квартиру, то есть это явно неисправность оборудования. Управляющей компании передадим вашу просьбу и обязательно отремонтируем. Что касается Ленина 48, освещения, я в курсе, да, это вопрос и это проблемы в том районе Ленина 48. По реализации программы «Светлый город» мы планируем закончить до конца этого года. И в начале следующего года у нас есть, так скажем, несколько адресов, которые необходимо прям очень оперативно выполнить освещение. Это подход к 41-му детскому саду за Горького домом
34. И вот добавим сюда Ленина 48, чтобы там тоже выполнили освещение. Большое спасибо за ваши вопросы. Ну что же, наш эфир подходит к концу. И в завершение, Денис Ольгович, хотелось бы от рабочих моментов отойти. Близится замечательный праздник, Новый год. Хотелось бы вот у вас спросить, может быть, расскажете нам, как у вас, да, в вашей семье принято отмечать Новый год. Ведь все мы в душе немного дети, верим в чудеса. Кто-то из нас и желания на бумажке пишет, и еще что-то делает. Какие у вас традиции, какие подарки любите дарить? И, может быть, ставите на следующий год какие-то цели и планы перед собой? Ну, что касается, так скажем, семейного вопроса, да, и семейной темы, самое главное и самое большое желание – это, конечно, проводить больше времени с семьей, с любимой супругой, с дочкой. Ну, я думаю, что, к сожалению, вряд ли это получится, потому что, видите, да, какой график, да, работы. И, ну, будем стараться как-то, чтобы на работе получалось, и чтобы дома внимания хватало тоже родным и близким. Проводим, встречаем Новый год традиционно в семье родных, близких. В прошлом году встречали дома у тещи, в этом году дома у нас встречаем. Ну, так вот каждый год чередуемся. И, ну, конечно, сюрпризы подготовил и для родных, и для близких. Вот. Сегодня как раз только задумывался об этом, что пора уже тоже как-то позаботиться о родных, о близких. Что-то там задуматься о каких-то подарках, потому что вот осталось буквально 12 дней до Нового года, а времени катастрофически не хватает. Везде все закрывают программы, очень много работы, очень много сейчас различных совещаний, подведения итогов, планы на следующий год, все успеть. И вот как-то вот в этой чехарде, в этой загрузке нужно найти время на семью, чтобы в новогоднюю ночь и в новогодние каникулы тоже их как-то удивить и им самое главное уделить внимание. Ну что же, уважаемые жители, большое спасибо вам за ваши вопросы. С нами в студии сегодня в прямом эфире был глава города Денис Олегович Семенов. До встречи в следующих эфирах. В студии работала Анна Вязгина. Всего доброго. До свидания, всего хорошего.